Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео потратить, одну секундочку, не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. Ребята, которые ищут в моих видео коды на робоксы, вступайте в мою группу NSUT, чтобы в дальнейшем не ждать свои робоксы 16 дней. И вот видео комментарий дня от Pixel Show, который вы видите сейчас на экране. Ну что, ребяточки, стартовал новый ивент под названием Samsung Superstar Galaxy. И в этом ивенте можно получить много бесплатных вещей, но сегодня я вам покажу, как получить именно 3 бесплатные вещи, поэтому погнали, заходите в эту игру. Ну что, ребяточки, я только зашла, и ко мне сразу же подключился мой подписчик. Приветик тебе, ты в видео. Ну что, ребяточки, сегодня я вам покажу, как получить три бесплатные, точнее, вещи. Это вот, смотрите, вот этот телефончик такой стандартненький. И вот такой вот комплект, то есть вот этот топик и юбочка. Конечно, тут для мальчиков, я думаю, не подойдет, а вот для девочки, я думаю, этот комплектик самое то. И вот все остальные вещи, которые можно тут получить. Но вот видите, мы подходим и тут видим, что они появятся 20 мая, этот 27, это вообще 3 июня, то есть каждая вещь в разную дату выходит, так сказать. И мы будем открывать их вместе с вами. Что я, кстати, хочу сказать, то что если вам этот комплект не нужен, вам все равно надо будет его получить для того, чтобы получить следующие вещи, то есть перескочить нельзя, исключительно по очереди. Типа как БП с бесплатными вещами. Первую вещь нам получить достаточно легко. Вот такой вот телефончик. Нам надо увидеть, тут телефончик, точнее, мигает. Нажимаем на него. И здесь мы должны нажать на зеленую кнопочку «Hey». И у нас идет тут диалог, типа говорит «Welcome to Superstar Galaxy». В общем, нас тут приветствуют, как говорится. Приветствуют. Такая переписка, кстати, необычно сделали, красивенько. Ну что, ребяточки, теперь после диалога нам надо собрать 20 звезд. Видите, тут сверху написано квест, мы просто собираем эти 20 звезд. Ну, это впервые, то есть первоначально первый, самый первый квест. Это вот такой, кстати, заметили, тут смайлики как раз таки Samsung, потому что Samsung Event, я их узнаю, потому что у меня самой Samsung. Так, ну что, собираем все эти звездочки, мы уже почти все собрали. Вот так вот, оп. И отлично, нажимаем вот эту кнопочку, за 3 флип аватар мерч, нажимаем и получаем вот этот вот телефончик. Нажимаем галочку, отличненько. Ну что, ребяточки, а теперь давайте зайдем в инвентарь, чтобы посмотреть, появилась ли вещь. Да, мы видим наш телефончик в нашем инвентаре, теперь давайте его рассмотрим. Ну что, мы видим вот такой вот телефон, раскладушечку, тут написано Samsung, еще кнопочки есть. Ну, в принципе, все как у настоящего телефона, прям сделано, продумано, так я бы сказала. Прикольная вещь, почему бы ее не забрать бесплатно? Ну что, ребяточки, а теперь, чтобы получить комплект, нам надо продолжать выполнять квесты до 8 уровня. Вот видите, тут у нас двоечка, и нам надо продолжать их выполнять до 8. Вот видите, тут написано Dance at Cyber City. Мы должны побежать в Cyber City. Cyber City — это вот у нас такая большая город, а почему бы и нет. Бежим туда по вот этой вот такой дорожечке прозрачной. Идем по ней, конечно же, почему бы не пособирать звездочки по пути. Ну, я думаю, вы поймете, где находится эта кнопочка. Тут такие большие телефоны тоже со смайликами. Заходим, и тут есть Enter Arena. Заходим туда же и посмотрите, что сейчас будет. Прикольно достаточно сделали. И тут мы, так сказать, играем в Бандоре на минималках. Тут нам надо вот так вот делать. Ну, в принципе, пару раз так сделаешь, и можно будет уже получить нашу награду. Точнее, тут у нас получается именно игровая. Вот, допустим, мы нажимаем Unlocked Pyro Super Emote. То есть, эта эмоция исключительно в самой игре. Но у нас уже 3 уровень. Дальше нам надо дойти Try Rising. Точнее, попробовать поиграть, так сказать, в Rising Lava Obby. Где это находится, Obby? Вот, видите, вот эти такие дорожечки в пустоту, так сказать. Вот нам надо идти туда и найти Lava Rising Obby. Мы должны побежать туда дальше, дальше. Тут, кстати, есть у нас самые... ну, в общем, топ людей в этом обе. Вот мы подходим и вот видим вот этот Rising Lava Obby. Вот эта вот игра. Заходим сюда, вот так вот идем по вот этой прозрачненькой тоже дороге.
розочки, вот так вот залазим, оп-оп-оп, запрыгиваем на телефончик. А, ну не обязательно запрыгивать, тут прозрачно все равно. И нажимаем на вот эти кнопочки из ботиночек. Мы дальше летим куда-то. Так, оп-оп-оп. И когда мы сюда прилетели, мы можем собрать нашу награду. Нажимаем Claim Reward и получаем, ну, вот эту конфетти Super Emote. Так, 4-й уровень, отлично. Дальше, в принципе, дело нам несложное, потому что нам надо собрать 100 звезд. Итак, ребяточки, летим обратно, вот так, оп, ножки, оп, полетели, конечно, у меня голова явно закружится, закружилась точнее, и бежим собирать эти звездочки. Я думаю, что тут, в принципе, ничего сложного, все и так понятно, что и где собирать, их тут достаточно много, они не запрятаны, то есть на дорожечках просто так кучками спавнятся, их просто бегаем, собираем. Вот видите, я уже достаточно много собрала, ну это, мне кажется, что можно бегать по кругу этому и собрать неплохое количество звезд. Итак, ребяточки, мне осталось немножечко звездочек, собираем их, оп, 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 и все, мы можем получить вот этот Dance Swing, получаем его, отлично. И теперь нам надо использовать 3 эмоции в Киберсити Арене, то есть идем туда и используем наши новые эмоции, которые мы только что получили за выполнение этих квестов. Конечно, эмоции, к сожалению, в самой игре, но ничего страшного, добегаем к этой арене, заходим Enter Area, отлично, подбегаем сюда, и здесь мы должны использовать наши новые эмоции, правда, тут камера не могла повернуть, потому что тут сразу предлагают нам танцевать. Вот видите, ребяточки, у нас тут снизу 1, 2, 3 эмоции, клацаем 1 сначала, потом 2 и потом 3, отлично, все использовали эмоции, правда, они все одинаковые, ну ладно, допустим, это забудем. Так, а награда у нас это 50 звезд, собрали все. А теперь нам надо собрать 20 звезд в обе, то есть Shapefall обе. Мы опять же бежим вон туда, можем покликать, знаете, вот эту штуку, правда, главное, чтобы она отцепилась, знаете, от нас. Ребяточки, смотрите, меня выкинуло, и мне все квесты сбросились, то есть их надо проходить все сначала. Возможно, разрабы пофиксят это к моменту выхода видео, но что-то я так не думаю. Конечно, печальненько, печальненько. Так что я опять, ребяточки, догоню все до того момента, когда мы с вами остановились, и вернусь. Итак, ребяточки, я опять выполнила квесты до 6 уровня, я останавливалась на этом задании. Вот это коллег 20 Star, он за Shapefall Obby. Ну, теперь мы бежим на это Shapefall Obby, в принципе. Так же самое их ищем, тут Кибер Сити, это понятно написано, что у нас тут Кибер Сити, потому что мы только что из него вышли. Кстати, Coming Soon, через 20 дней, интересно, что там будет. Это то, что Running, точнее, резинка Ава, Лава, которую мы уже проходили. И вот бежим, и здесь у нас Shapefall Shapefall Obby. Заходим на него и собираем нужное нам количество звезд. Вот так оп-оп-оп-оп. Да, не люблю, конечно, когда оно так поворачивается. Запрыгиваем. Да, тут, кстати, надпись Samsung. Оп-оп, и летим. А мы летим. Та-ра-ра-ран. И теперь, ребяточки, нам надо собрать звезды, то есть аккуратненько собрать все звезды, под нами пропадает пол, но если мы будем прыгать, я думаю, это будет все нормально. Конечно, мне очень сложно сейчас вот это концентрироваться, у меня голова сейчас кружится немного, а еще за мной бежит другой человек, который подо мной пол тоже рушит. И, кстати, смотрите, что я заметила, я вот прыгаю, и вообще пол не рушится, то есть это так работает, серьезно, я уже собрала, кстати, 20 звезд, поэтому нажимаем вот эту вот кнопочку Super Mode, то есть получаем ревард, это короче, другой флип эмоут. Получаем, конечно же, точнее, нажимаем галочку. Главное тут не стоять на месте, знаете, вот сюда запрыгнуть, чтобы было безопасней. Теперь выходим с этого обе, точнее, вылетаем, и нам надо пойти на следующий обе и собрать там 100 звезд. Я так понимаю, это вот это обе, которое, ну, рядышком. Ох, я хочу вечно называть не обе, а лобби. А, нет, это появится только через время. В общем, бежим так по кругу, пока не увидим нужное нам обе. Так, ну, тут кто-то летает вообще очень... А, летает из-за того, что зашли сюда. Вот это и Ripple обе. Сюда заходим мы, конечно же. Опять, конечно...
необычный способ сделали прилетание, так сказать, на планету, но все равно интересненько. Летим, как-то непонятно, что происходит. Вообще голову чуть не это вот не отломало. И тут нам надо, то есть, проходить вот так обе, прыгать и собирать звездочки сами. Тут 100 звезд. Я думаю, что это не так уж и сильно сложно будет, но вот мы уже одну, и тут у меня звезду собрали. Аккуратно, правда, прыгать. Я не знаю, что будет, если мы не упадем, но я так понимаю, нас убьет, либо же телепортирует куда-то. Так, оп, мне кажется, что тут надо собрать далеко не 100 звезд, потому что я собрала, ну, 8 звезд, и мне вот столько заполнили. Ну, опять возвращаемся туда, вот, смотрите, я собрала вот столько звезд, и мне заполнилось. Это вряд ли 100. Это 8 звезд, это не 50% от 100, ну ладно, ну, там меньше, чем 50, ну ладно. Собираем дальше звездочки, оп, прыжок, оп, киберспорт, оп. Прыжок, отлично, мы сможем. Все, смотрите, как мы справляемся хорошо. Оп, так, еще немножечко осталось. Я так понимаю, там опечатка, и надо было, ну, не 10 звезд. Ну, и не 10, и не 100, но вот, посмотрите. Видите, оно как-то странно работает. Вот, собираем, конечно, награду в 100 звезд. Я не знаю, как это сработало, я собрала там около 15, но нам засчиталось. Ну что, ребяточки, остался последний квест. Нам надо для этого вернуться в Киберсити. Возвращаемся туда, и я вам покажу, что там делать. Итак, ребяточки, в принципе, бежим в Киберсити. Мы уже знаем, где он находится. Правда, тут достаточно долго бегать, но я почему-то не подумала, что... Ладно, лучше не буду думать. Хотел сказать, что не подумала, что можно через внутрь прибежать, но там закрыто все. Бежим. Вау, какая красивая арена. Интересно, что же там будет. Это появится у нас через 13 дней, 0 часов 14 минут. Прикольно. Так, где же наш Киберсити? А, вот и наш Киберсити виднеется, как я хотела сказать, наверное, так, потому что все это не так. Ладно, видим эти смайлики привлекают нас с первых же секунд, поэтому туда мы сразу бежим. Пам-пам-пам, бегу. Я уже бегу по этой дорожечке, собираем звездочки заодно, почему бы нет, лишние звездочки, думаю, не будут у нас лишних звездочек. И что, мы туда прибежали. А мы теперь заходим в эту Enter-арену, туда заходим, там, где у нас обычно идут танцульки. Оп, зашли мы сюда. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как It The D, Кирилл Суханов, Спецназ, Геймер ТВ, Мармеладка Гача и игровой канал Ловите. Привет! Ну что, а теперь я, как и обещала, говорю, что надо сделать для того, чтобы получить этот комплектик, а точнее завершить вот 8 уровень и перейти на 9. Нам надо вот подойти к этому телефончику, видите, тоже Samsung телефон, подходим к нему, и мы должны нажать E, то есть Join Queue. Тут выбираем вообще рандомную карту, то есть какую хотите, и нажимаем, вот тут у нас Select Stage под вот этим Raid Reformat. Давайте нажмем вот это сердечко, или вот, как оно, сердечко, вот. И вот здесь вот эта кнопочка. Select Stage. Нажимаем сюда, и теперь мы подсоединились к нашей очереди. Персонажа мы можем оставить. Я 12-я по счету. Персонажа мы можем оставить. Правда, иногда подпрыгивать, либо двигаться, чтобы нас не выкинуло с сервера за АФК. Вот, посмотрите, ребяточки, одна очередь, точнее, одно выступление длится около 3-5 минут, то есть от 3 до 5 минут. И, то есть, если я 12 в очереди, мне надо будет ждать около часа. Если честно, это, так сказать, достаточно геморройное последнее задание. Вам повезет, если вы зашли на сервер, и вы будете там первым, вторым, третьим, но мне не повезло, я 12-я. Ну что, ребятки, будем ждать мой выход. Я вернусь, когда я буду хотя бы вот первая по залету на сцену. Итак, ребяточки, меня запускают через 3, 2, 1. И сейчас я буду на сцене. Ура, наконец-то. Так, мне же должно закинуть. Так, ну пока что меня не закинуло. You're up next. Уху, я на сцене. Посмотрите, это машина крутая. Мы тут можем танцевать, выступать. Ну-ка, давайте вот эту эмоцию. Это, знаете, как в Фортнайте. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, тут разные танчики есть. Танчики, ну, в принципе, все танцы, которые были до этого, только мы можем их в любой момент, в принципе, ставить. Ну что, ребяточки, и, кстати, нам уже выдали награду за вот это, вот, видите, Claim Reward, есть кнопочка.
Нажимаем ее и наконец-таки получаем нашу вещь. Отлично, точнее наши вещи. Тут написано еще краш. Да, я не ошиблась, я думала, вдруг я ошиблась. Ладно, получили. И давайте теперь зайдем в инвентарь, пока мы тут выступаем. Да, выступаем на сцене и посмотрим на нашу бесплатную вещь. Итак, ребяточки, мы заходим в наш аватар и видим уже эту юбочку, и по идее у нас тут должна быть, должен быть топик, да, есть этот топик, я заменю свой объемный на вот этот, и посмотрим, как это смотрится на мне, потом смотрим, как это будет смотреться отдельно. Так, теперь юбочку нам осталось одеть, ну, пока что покоя, ну ладно, это возможно на мое тело, но в принципе посмотрим, чего гадать. На моем теле смотрится так, ну, в принципе, как-то так, но все равно надо будет это получать для того, чтобы получить следующую бесплатную вещь. Вещи, точнее. Ну, конечно, юбка там совсем другая была. Она сидит вообще как-то по-другому. Это уже как платье получается. Ну, ладно, пусть будет так. Надеюсь, что когда-то Roblox объемные платья подпилит. Так что я хочу сказать, мальчишки, вам тоже надо будет получать эти бесплатные вещи, то есть розовую юбочку и топик, чтобы получать следующие бесплатные вещи, если, конечно, вы их хотите. Ну что, ребяточки, вот такое видео у нас получилось, я надеюсь, вам оно понравилось. Ну а вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!